Вчера депутат Народного собрания Республики Дагестан Багадур Аббасов и руководитель исполкома Хасаиртовского районного местного отделения партии «Единая Россия» Асет Арсланханова встретились с коллективом управления сельского хозяйства и газеты «Вести». В своем выступлении Багадур Аббасов рассказал о ситуации в экономике республики, подробно остановился о состоянии развития сельского хозяйства в районе и республике. Также Багадур Аббасов информировал коллективы УСХ и газеты «Вести» Хасаиртовского района о проводимой работе с главой района Джамбулатом Салаум по социальному развитию. В своем выступлении он также отметил, что сельское хозяйство района составляет весомую долю в развитии сельского хозяйства республики. По итогам социально-экономического развития 2016 года Хасаиртовский район занял первое место в равнинной зоне Дагестана. По завершении выступления ему были заданы вопросы по ремонту здания УСХ и замены всей электролинии здания, о служебном транспорте для выездных работ специалистов сельхозпредприятия, о зарплате. Багадур Хадисов заверил всех присутствующих, что все поднятые вопросы будут рассмотрены и по возможности он будет способствовать в их решении. В конце встречи Изаметдин Элизбиев, руководитель управления сельского хозяйства, и Абдулвагап Атаов, редактор газеты «Вести» Хасаиртовского района, поблагодарили Багадура Аббасова и Асет Арсланханова за организованную встречу и пожелали плодотворной работы на благо республики и района.